Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть в Farming Simulator 22 на карте Elm Creek. Зима пришла. Середина декабря. Сегодня будем продавать силос. Так, мне нужно подцепить фронтальный погрузчик. Противовес с собой надо взять. Так, этот отстегну. Нужно будет в магазин заехать и взять специальный захват для тюков. Так, сегодня буду работать. У меня вон там машина стоит, грузовая. Я вот думаю, брать мне еще вот этот прицеп, не брать. На всякий случай, может быть, с одного поля за один раз увезти, там вот, где я в самый первый раз косил. Возможно, понадобится. Сейчас машину отправим сразу туда, а сами заедем еще в магазин. А чё ты стоишь-то, мужик? Тут это... Тут места столько. Вот такая машина. Вот такой прицепик. Давай проезжай. Так, ладно, не хочешь, не надо. Мы сейчас машину отправляем на поле. Значит, идем сюда. Дать работу. И отправить его. Так, где я там... Где я косил-то? Я уже... Забыл, где у меня сложено-то это все. А, вот здесь у меня сложено. Вот здесь... Да, вот возле этого поля. Значит, машина пускай едет, она на нас поедет сюда. Да вот сюда пускай едет. И вот здесь вот припаркуется. Вот так. Все. Отлично. И мы тоже едем. Нам все равно еще в магазин. Что-то я тут на встречку выехал. Так. Для фронтальных погрузчиков. Сюда идем. Вот этот берем. Арендовать. Да. Так, я вот думаю, у меня сколько этот противовес-то там? $650. Да я думаю, маловат будет. Я пока свой здесь оставлю. Мне надо на тонну взять, может даже больше. Там все-таки по 3 тюка сразу, может, придется брать. По 2, по 3 тюка, может быть, как вариант. Или по 4 сразу. Поэтому нужно противовес взять помощнее. На 1,5 тонн. Так, этот не годится, к нему не подцепиться. А вот этот пойдет. Давайте красненький, чтоб...
Все. Тихо, не-не-не, ты чё как подцепился? Ты должен... Во! Вот так. Так, а я тут сейчас проеду. По-моему... Не, не здесь. Подожди, тут же где-то есть вроде выезд. Вот здесь, по-моему. Мне все равно в эту сторону ехать. Да, с этой стороны. Так, грузовик уже на месте. Так, мне, я думаю, мне нужно было брать все-таки потяжелее противовес. Так, как тут лучше брать? Можно, конечно, или по два брать, складывать, либо сразу по три, но как лучше поставить? Там у меня две стопки, нужно за один раз все забрать. Сейчас, наверное... Машину, знаете как, может быть, это-то, в принципе, я, наверное, в трактор все загружу, а вот машину-то можно будет, знак сбил, машину можно переставить. Так, по-моему, я с нарушением еду по встречке. Так, а здесь не больше, я думал, здесь больше, но нет, здесь столько же. Пускай пока тут стоит. Так, я хочу попробовать взять 4, посмотреть, что вообще из этого получится, если я возьму сразу 4. А, в принципе, можно брать, конечно, но уже задние колеса приподнимаются, конечно. Да, много, тяжеловато. Тяжеловато. По 4 не пойдет. Тогда мне, в принципе, даже этот либо противовес надо больше. Потому что сам этот захват тогда такой не нужен был. Можно было обычными, обычными грузить. Вилами для поддонов даже.
но тоже нарушает правила. Все, он поехал, и мы поехали. Сейчас пропустим вот этого. Тоже тут прямо сейчас проедем, да и все. Посмотрим, сколько мы сейчас заработаем на этих тюках. Плюс у меня очень много тюков еще на другом поле, на большом. Помните, да, где я косил? Там, где... Я даже не знаю, сколько там тюков, там больше сотни. Пару сотен, наверное. Вообще не планировал брать вот этот прицеп с трактором. Только трактор. Все хотел на грузовике отвезти, потом вспомнил, что может быть, а вдруг не хватит, вдруг не влезет. И решил взять все-таки еще и этот. Ну и что он там стоит? Он едет или... А он поехал через 3-9 земель, что ли, или нет? А нет, я думал, он поехал где-то там. Заблудился. А вот он, по-моему, даже поворотники не включает, просто едет. Смотри, что творит. Просто жесть, сейчас бы врезался. Так, ну мы практически приехали. Вот он поворачивает, он поворотники вообще не включает. Вообще. Блин, что-то... Он должен был встать просто ровно. Куда, что он творит? Зачем он разворачивается? Ему не нужно разворачиваться. Он просто должен был встать вот туда, по направлению, как вот у меня трактор стоит, а он зачем-то стал разворачиваться, чудило, да? Так, подъехали. Нет. Подожди. Я просто снял с них это. Да ладно, давай продавайся уже. Ну надо будет сейчас это. Вот, стегнуть и нормально. 30 тысяч плюс там. Блин, я, короче, сбился, насколько я продал. Ну, тысяч на 35, может быть, чуть больше. Где-то вышло. Так, теперь с этого прицепа. Почему я взял этот прицеп? Ну, потому что я хотел за один раз больше сюда загрузить. И опять же мне возить потом еще с одного места, там очень много. Так, а вот здесь уже не совсем удобно будет, наверное, разгружаться-то, да? Ну да. Тогда по-другому.
Так, неплохо. Правда, я не помню, сколько у меня было изначально, но вышло довольно-таки неплохо. Сейчас, значит, отправляем этот грузовик, пускай он едет в другое место теперь, дать работу. И ехать он будет. Вот, к 71-му полю. И пускай встает вот сюда. Вот так. А я с этой стороны. Смотрите, не стал меня пропускать-то, хотя я выехал раньше него на главную. Наглый какой, а? Водила. Так, переезд впереди. Успеем проскочить, ничего не поедет. Смотрите здесь сколько. Здесь 4 стопки. Такие сложные. И там, на той стороне поля, еще 2 стопки. Так, а я сейчас посмотрел, на 73 тысячи я, оказывается, продал тюков силоса. Как мне вот их брать здесь, вопрос. По три вот так брать и ставить. Но сюда не знаю, вот одна стопка влезет, не влезет, вот это вот под вопросом пока, потому что они здесь по-другому уложены. И смогу ли я взять вообще три? Они особо-то, ну, в принципе, придерживает третий кусок. Вроде как, смогу ли я их тут сложить все-таки? Они, вон они как уложены здесь по-другому. Попробовать, конечно, можно. Аккуратненько их тут сложить. Так, раз, закрепить сразу, чтобы никуда не раскатились. Тихо, тихо. Даже можно в принципе
Нормально, но все, не знаю, все не влезет, наверное. 4. Это 8 рулонов в ряд. А у меня 8 не ляжет, по-моему. 7, наверное, только. Так, загрузил я. Уместилось все на один прицеп. Ну, я имею в виду вот этот. Одна кучка, один прицеп сюда уместился. Так, вот так закрепил. Просто надо было изначально начинать отсюда угрузить, но получилось так, как получилось. Сейчас его разверну, пока вот сюда так поставлю. Не помешает, я надеюсь. В принципе, можно метр вперед протянуть вот так. Все. Так, ну что, ребят, на этом все. Вот такая была серия. Начал продавать силос. Силоса еще много. Получается, я там заработал 73 тысячи. И тут еще 5 таких кучек, как примерно там было, да? Ну, заработаю я довольно-таки много еще. 1300. Примерно я еще заработаю. Всем пока.